три очень красивых модели. Четыре же. Красивых-то пять. Кто придет последним? Я думаю, придет последний тот, кто сядет на Куга S3 Pro. Мы ни в коем случае не побуждаем вас участвовать в азартных играх, ставках, это зло. Рэмбо, первая кровь. Они занимаются продажей гоночных болидов. Охренеть! У меня есть очень много хороших спортивных подруг. Красивые? Красивые, очень красивые. Очень. Проигравшая показывает грудь. Все как обычно. Всем привет! Это проект «Попасть в кадр». Сегодня мы снимаем в центре города. Сегодня у нас будут гонки на супербыстрых электросамокатах. У нас два потрясающих фотографа, три очень красивых модели. Четыре же. Красивых-то пять. Победитель, любой следующий ролик, она называет тему, и мы с ней снимаем. Проигравшая показывает грудь. А у кого нет? Это грустно. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания CityStyle. Они занимаются продажей и прокатом вот таких вот гоночных болидов. У нас сегодня в гостях владелец, основатель, идейный лидер Александр. Расскажи про компанию. Мы одна из первых компаний, кто предоставляет услуги по долгосрочной аренде самокатов. Также мы занимаемся продажей и обслуживанием техническим. Если сравнивать с кикшерингом, который сейчас набирает обороты в Санкт-Петербурге, то у нас цена за сутки, как у них, за пару часов езды. С экономической точки зрения у нас гораздо выгоднее. К тому же они всегда заряжены, чистые и всегда обновляются. У нас сегодня будет 4 модели, мы сделаем импровизированные гонки, посмотрим, кто быстрее, кто круче. Кто придет последним? Я думаю, придет последний тот, кто сядет на Куга S3 Pro, которая добавится позже. Будем делать ставки. Косарю давай. Ставлю 5. Ты ставишь 5, отлично. Мы по косарю и сейчас на 5 этого разведем. Но мы ни в коем случае не побуждаем вас участвовать в азартных играх, ставках, это зло. Если есть лишние деньги, присылайте их нам, мы снимем классные ролики. Стартуем! Ну что, без травм не обошлось, почему-то опять пострадало именно мое самолюбие. И я, Рэмбо, первая кровь. Охренеть, я с детства локти не разбивал. Я вот на нем прокатился, ну он реально быстрый. То есть это самая быстрая модель, которая сейчас есть на рынке? Нет, есть быстрее. Самая быстрая у Романа, это Ninebot ES4, набирает до 32 км в час. Ну, Роман приехал последний, видимо, дело не в машине, а, так сказать, да, в том, кто тоже ведет. Не последнюю роль. Как всегда, в нашу съемку вмешивается погода. Ровно в середине съемки начинается дождь. Все как обычно. У нас сегодня для съемок будет 4 вот таких вот самоката. Я так понимаю, они все разных производителей, да? У меня Куга модели HX Pro, у тебя Xiaomi M360 Pro, а у Романа Ninebot ES4. А попозже добавится Куга S3 Pro. Я, если захотел, мне привезли самокат до дома. Потом, если я не хочу везти назад к вам, сам лично, да, то вы можете у меня его забрать. Да, разумеется. Сколько это стоит? Это стоит 500 рублей доставка и 500 рублей самовывоз курьером. А, ну это очень удобно. Получается, как только вышла новая, более быстрая, более, там, я не знаю, проходимая модель, она сразу появляется у вас на сайте, да? Да, конечно. Отлично. Ссылочка на ребят будет обязательно в описании. Заходите, катайтесь. Ну, классно. А как самокаты переживают воду? Мы свои прокатные модели, разумеется, гидроизолируем, что позволяет ездить по небольшим лужам и в небольшой дождь. Взял я вот такой вот аппарат в прокат на несколько дней. Я его, допустим, потерял. Что дальше? Мне придется продавать квартиру, почку. К счастью, пока таких прецедентов не было, но я думаю, если это произойдет, то мы с вами этот вопрос сможем решить. До драки не дойдет. Если у вас тест-драйв, я, допустим, человек, который никогда не катался, вот, допустим, я приезжаю к вам в шоу-рум, есть ли возможность сесть и проехаться там, ну, метров 50, чтобы понять, что я мог бы взять в дальнейшем? Да, разумеется, конечно. Вы можете выбрать первую понравившуюся вам модель и испытать ее. И, как правило, первое впечатление, оно самое важное. И 10-15 метров должно хватить для того, чтобы определиться с выбором. Сегодня победила Алиса, хотя она была не на самом быстром самокате, но все-таки мастерство играет не самую последнюю роль. Алиса выиграла, и мы будем снимать с ней ролик. Ролик она предложит сама. В каком бы ты хотела поучаствовать? Ну, я занимаюсь чип-лизингом, и поэтому предлагаю следующий ролик заснять именно на эту тематику. У меня есть очень много хороших спортивных подруг. Красивые?
Красиво, очень красивые. Очень. Ну, наконец-то у нас будут красивые модели в кадре. И красивые костюмы, между прочим. И с красивыми костюмами. Шучу. У нас всегда самые красивые модели, все, кто принимает участие в наших съемках. Большое вам за это спасибо. Спасибо за просмотры. Человеку, который оставит самый интересный комментарий под этим роликом, компания City Style предоставит на двое суток совершенно бесплатно любой из наших самокатов. Спасибо за участие. Вы классные. Самокаты верните, пожалуйста, в понедельник к организатору. Хорошо? Спасибо, что позвали. Ну что, папа победил, все как обычно. Скидываемся? Поехали. Ну, мы звали модели всех красивых. Если нет, покажу грудь я. Отлично, да.